В озеро Светлое в Белоярском районе выпустили 5000 мальков пеледи. Рыбу в специальных баллонах доставили из Ханты-Мансийска, где специалисты Югорского рыбоводного завода 3 месяца выращивали личинки. Всего же процесс от получения икры до выпуска маленькой рыбки в водоем занимает почти 8 месяцев. Мальки успешно преодолели более 800 километров. Как говорят специалисты, не пройдет и 5 лет, как они будут крупными особями. И я так понимаю, что здесь любители рыбаки будут иметь возможность через 5 лет с этих особей уже ловить. Это очень здорово. На новоселье рыбной молоди побывали представители администрации Белоярского района. Зарыбление озер муниципалитета решили сделать традиционным. Я думаю, что мы найдем возможность, заключая контракты с соглашением о социально-экономическом партнерстве с нашими нефтяными компаниями, можно говорить о том, что включать пункт ежегодно зарыблять наши прекрасные водоемы.